Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Но тут нечего, ну, как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И я вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей, это думает, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась, древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И у этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя.